Проводим контрольный замер продувания. Где-то всего подводится полметра в секунду. Так, так тут у нас привод идет от этой штуки. Замок работает, и ЦАП тоже поднимается за счет этого, вниз точнее опускаются. Мы его сейчас заменим. И заменим вот этот уплотнитель, расклиним ее. Расклиним ее. Что здесь у нас? Как будто бы щель, да? Ну вот посмотрим, что получится. Тут вроде проходит, но тоже не очень-то. Ну что, посмотрим, что получится. Замок мы удалили. Почему продувал здесь? Потому что очень далеко стоит ответка от угла. Внизу то же самое. Очень далеко. Так, вот эти меняем. Ну, бери тушку. Сверху мы ставим ЦАП вверх. Тщательный прижим. Оп. Оп. Все. Готово. Поставили новый замок сидения. Привод у него будет уже не от вертушка, а от ручки. Ручку поднимаем, замки все поджимаются. Все откусываем в этом месте. А снизу у нас будет поджиматься. Буквально 10 сантиметров остается до угла. Этого достаточно. Чтобы ничего не сместим, поставили профинициллин, кусаем, обламываем. Не снимайте в лишний раз. Ага, все четко. Защелкивается. Надо маленькая киянчика постучать. Установка резинки на раму. Замок поставили. Зубной поставили. Более увереннее работа будет. Раму, резинку заменили, на старке еще нет. В принципе, клинить нам ее не надо будет. Ставим резину на створку. Клинить, потому что еще и не получится. У нас затяжались дурацкие, не хочется их разбирать. Время в этом плане хорошо, что уплотнитель идет по всему периметру, ничем не пережимается. И спокойно можно заменить на створке, не снимая. Смотрим, тут достаточно, тут недостаточно, и тут недостаточно. Да. Совсем мало. Сколько прикрывается? Так, а снизу уже лучше. Снизу уже все понятно. Прикрывается, в высоте тоже нормально. Нам надо немножко унести туда. Ну давай шестигранники.
Нам вот этой петлей надо маленько увести. Потому что здесь слишком большая щель. Винт открутили. Так, так получается. Сейчас сравним, что получилось, что было и что стало. Что такое случилось? Что не дает? Какая? Что за штука? Нет. Нет? Цапфа. Какая? Сверху цапфа не дает. Придется прикручивать. Да. Перекручивать не хочется. Это тоже пятерка. Немножко опустим. Если есть, конечно, куда опускать. Нет, тут негде опускать. Тоже негде опускать. Значит, обратно выкручиваю. Все-таки придется перекрутить уголок. Я не хотел его перекручивать, пришлось перекрутить. Эту штуку обратно сюда подтянули. Смотрим. О! Нормальный елка. Здесь все выровнялось. Теперь ставим ответки. Теперь же можно ставить ответки в последний момент. Не раньше. Так. Мало стало места. Очень мало. Четко. Крути давай. Верхний. Ну, возьми саморез и крутишь. А если не хватит, то они могут выдвинуться. Штучки выдвигаются. Стой, подожди. Давай крути. Ой, я ее что-то покажу. Так, вверх поджался. Вниз поджался. Ставим петлю и давай проверять, где этот анимометр.
можно крутить. Убирают штуку, чтобы я не видел штуку. Все, четко. Ну что, проверим снизу. Ноль. Глянем. Слушай, шум через сэндвич, что шумит середина. Угол. Ноль. Здесь. Какие-то микроны. Здесь не все было. Да. Поближе звук в середину. Так вот так лучше. Так, вот это место мне интересно. Через профиль цилиндр. Да, есть, чуть-чуть есть. Нет, тут нет импост, щель. Короче, из импоста больше всех фигачит. Вообще нормально. Офигеть. Почти что метров в секунду. Ну-ка еще раз. Ну, порыв есть когда? Силу, что ли? Нет, что-то не идет. Вот здесь вот что-то есть. Непонятное. Пониже. Сам вниз. Тоже кнопочки. Короче, вот здесь вот слышно звук. Узнаю сейчас. Так, нет, тут нормально. Тут почему не нормально? Сейчас смотрим. Шум уже не слышно. Все. Пост еще раз. Надо это уже много. Здесь. Нет, ничего. Здесь плотный пост. Жидкий найти. Жидкий пластик. Ну что, работу сделали. Все поджимает. Уплотнитель держит. Ну, как бы, с таким механизмом, как у нас, тут все наглядно понятно. Был метр в секунду, стал ноль. Самое проблемное место — это импост. Сейчас мы его замажем. В целом, так что так. У нас в нижнем новинка. Светофоры в виде палок вот такие дублируют сигналы. Очень эпично. Сразу ехать не хочется на такой красный. А когда зеленый загорится, вообще сразу хочется ехать. Вот сейчас посмотрим, как они. О, желтый. Зеленый. О, как хорошо все светится. Отлично. Да, придумали у нас ведь.